Анонс и точная дата выхода 74 по 77 серию 3 сезона сериала «Великолепная пятерка». Новые серии сериала продолжат выходить на пятом канале с 1 марта. В новых сериях мы увидим сотрудников из убойного отдела северной столицы. Все отчаянные парни. Майор Павел Шапошников, капитаны Тимур Бубнов и Дима Красавченко, старший лейтенант Антон Ветров и офицер Владимир Кузьмин. Все с разными характерами, со своими устоями, приоритетами и методами работы. Всех оперативников объединяет и сплоченную команду подполковник Андрей Голованов. Человек с отличным чувством юмора и серьезным подходом к делу. Следственная группа работает в унисон. Они спецы в самых разных областях, разными увлечениями и взглядами на жизнь. К ним может за помощью обратиться любой гражданин со своей жалобой или заявлением. Алчность, жадность, корысть, месть и еще много негативного толкает одних на совершение преступлений. А честь – чувство благородства и справедливости. Совесть, смелость заставляет других противостоять злу и мрачным порокам. И приходится лишь удивляться, как у этих ребят с таким напряженным графиком еще остается время на личную жизнь и любовь. Ведь сумасшедшие будни, ненормированный рабочий день, быть готовым отправиться на службу 24 часа в сутки во многих случаях не оставляет шансов на счастливое семейное существование, но только не в их случае. Напомним, новые серии сериала продолжат выходить на пятом канале с 1 марта. Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий. Тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки.